Здравствуйте, это канал Максимадзе, и я приветствую вас на нашем очередном выпуске модов на игру «Когда соседы». Сегодня замечательный день, потому что у меня сегодня день рождения. 19 лет исполняется, и первый мод про меня. Первый мод про меня, где я главный герой, я играю за мою самую семью, и я просто угораю. Вот, автор мода, собственно, вроде как он. Играет музычка из GTA 4, а тут Андрей Лебедев написано при этом почему-то. Меня зовут не Андрей Лебедев. Короче, сбрасываем прогресс на всякий случай и давайте запускать. Так, короче, начало. 4 уровня здесь. Максим решил сделать новое видео, но неожиданно у компа появился портал. Этот портал переместил Максима во вселенную, когда соседы. О-о-о-о, нифига себе, блин. И Максим увидел Вуди и сказал: Максим, привет, Вуди. А, это. Привет, Вуди. Вы кто? Я Максимадзе, я знаю вас. Я сделал КДС аж один. Блин, я не помню, сколько серию. Более 100 серий, короче. Слушай, у меня предложение. Рассказывает предложение. И, короче, я его принял. Ладно, второй части нету. Продолжение будет, когда Макс 007 снимет. В аптечке есть замок. Ладно, хорошо, давайте посмотрим, что это. Ай, блин. Но почему именно такое лицо? Здравствуйте. Максимадзе, здравствуйте. Здравствуйте, Максимадзе. Я шикарный. Ой, ну... Ну, лица, конечно, шикарные. Блин, ну я не могу. Это просто прикол. О, пистолет можно взять. А, нет, нельзя взять. Шкафчик нету. Посмотреть. Мне бумага не нужна. А если нужно, то заберу. Мне-то не нужна. Срать я не хотел. Ладно. Ну, ключик, я так понимаю, здесь. Видимо, да. Да, блин, ну это вообще просто пипец какой-то, я не понимаю. Это ж надо было до такого додуматься, блин, а? Сделать такое. Теперь Максимадзе его кошмарит. Жаль только, что он ничего не говорит. Так, отлично, взяли. О, Эндрюсе мы еще сюда впихнули. Тут написано от кашля, и тут написано: сделано разработки Эндрюсе, лучший сироп в России. О, шикарно. А, ладно, давайте начнем лучше отсюда. Потому что он на кухню сейчас пойдет уже. Ну, кнопки сюда, видимо. Блин, еще главное такое лицо. Блин, пипец. Надо полную версию сделать. Давайте полную версию сделайте и фраз побольше моих добавьте. Ну вообще, шикардос просто. Я тоже бутерброды, кстати, люблю. Бутерброды просто с колбасой, особенно с сырокопченой колбасой. Так, ну и вроде бы все применил. Ну, не, ну это трэш какой-то, я не могу. Леха как-то, помню, предлагал... Кстати, у Лехи день рождения 31 мая было. Так что... Тоже, так сказать, можете его поздравить в комментариях. Он на 2 дня старше меня всего. А еще завтра день рождения у его напарника, начал что-то врачу, Витька. У него 3 июня, он на день младше меня. Ну, заранее с днем рождения не поздравляю. Но это уже не мой голос, надо было что там из моего вставить.
Блин, если будете продолжать этот мод, добавьте моих фраз побольше, пожалуйста. Ладно. Ладно, короче, день рождения. Ну, что, Максим, ты набрал популярность в России, США и Испании. Ну, насчет США и Испании это вряд ли. Ну и Россия, США и Испания надо было с большой буквы писать. А США это вообще полностью большие буквы должны быть. О, вчера это было круто, когда ты пришел на ТВ, правда, ты только на России был популярный. Ну, ладно, теперь Стас сосед день рождения, нам надо дать ему подарку. Ну, пошли. Блин, а без ошибок нельзя писать, что ли? Сосед не видит Максима, когда судорожно роется в почте. Вам часто придется проскальзывать за его спиной. Ну почему именно это лицо, ё-моё? Это типа... Это типа символизирует, что тоже с таким лицом примерно было, да? Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Еще раз здравствуйте, товарищ Максим Валентинович. О, логично, кстати. Интересно, интересно. Прикольно. Картина какая-то такая вот. А, мне еще очень интересно посмотреть, что будет, если сосед поймает его. Ну ладно, не будем это сейчас проверять, потому что я уже начал пакостить. Проверим в следующем уровне, проверим. Да, перерисовали, конечно, от бога здесь. Могли бы оставить как есть. Но тем не менее, это прикол, просто прикол. Вообще. А это кто, блин? Что это за черт там нарисован в красном круге? Дьявол какой-то. Не, нифига не видно. Да, рано ты еще делаешь, мужик. Я угораю над этой рожей, конечно. Это пипец. Лёха предлагал, короче, сделать версию, где я там тоже главный герой, а сосед это Витёк. Надо, знаете, какую фразу добавить в конце, вот когда уровень пройден? Надо вот так вот. О, я прошел этот уровень, я просто классный. Или нет, 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 давайте лучше скажем. Ура, я прошел этот уровень, я просто классный. У-ху! Вот так. Куплено вас пародировал, бля. Ладно, короче, не важно. День лета. Прошел месяц. Да какого фига? Как тут жарко. Кстати, да, лето у нас жаркое. Это правда... Что-то соседа не слищу, слюсь, давай, соседа, испортим лет. Сосед не будет пить кофе, эх, как жаль, но тем не менее, ладно. А теперь давайте проверим, что будет, если он нас поймает. Третий этаж заблокирован. Это кто будет? Давайте проверим, что будет. Да ладно, что, правда, что ли? Ошибка, стоп, 00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 
мой голос тоже.
Надо тоже какую-нибудь фразу добавить туда, типа... Здравствуйте, Максим Валентинович. Короче, надо... Надо чё придумать, какую бы фразу впихнуть. Сосед загорает в своей комнате, это очень-очень странно. Чё придумать, какую бы фразу для проигрыша придумать? Я, короче, думаю на ходу. А, блин, я забыл щетку подменить. Поторопился я. Давайте заново. Он вместо не кофе, а чай пьет. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим Валентинович. Короче, собираем все заново. Самый дешевый чай из ларька. Собираем дальше. Блин, я забыл взять щетку. Не знаю, что на лейку можно поставить и есть ли она вообще. Где взять ключик? Ключик тоже неизвестно где. Туда нам не попасть. Первый раз вижу, чтобы этот этаж был доступен, но на него нельзя было попасть. Никак, абсолютно. О, я придумал, что надо к проигрышу добавить. Надо сказать... Ой, сосед, ах ты ж собака смрадная! Сосед, ах ты ж собака смрадная! Вот что-то такое надо, наверное, добавить. Было бы прикольно, наверное. Когда берешь предмет, надо что-то типа такого. Вот это пригодится. Ой-ой. А когда предмета нету, то надо, наверное, как-то сказать. Чё б сказать-то? Чё придумать? Сейчас подумаем. Ну, надо сказать что-то типа... Здесь нету ничего полезного. Эх, ничего полезного здесь нет. Надеюсь, автор этого мода смотрит сейчас это видео. И, может быть, применит это все. А когда сделал пакость, надо тоже придумать, типа, что вставить.
Так, дайте подумать, что бы... Какую бы фразу применить при... Когда пакость сделал. Смех Вуди вот этот надо заменить на что-то... Вот. Блин, что придумать-то? Вот так вот. Вот, в самый раз. Сосед, наслаждайся. Не-не-не, это не подходит. Вот так. Наслаждайся, сосед. Ну, что-то типа того. И последний уровень. Ладно, теплим водой. Блин, почему вот такие ошибки, а? Сосед шумел, шумел, и Максим сказал, пора заканчивать эти шумы. Это правда? Появляется портал. Кто-то выходит из портала, это Эндрю Сэм. Да ладно. Привет, Максим. Здорово, Эндрю Сэм. А вы кто? Эндрю Сэм, меня зовут... Господи. Эндрю Сэм. Не умеешь ты без ошибок писать. Зато на английском без проблем вроде пишешь. А как ты попал сюда? Короче, я пришел к Максиму в гости, а у него тут в квартире какой-то портал, электричества нет. Хотел зайти в портал, и тут... Ладно, надо пойти к соседу испортить. Ну, Эндрю Сэма самого нету. О, убрали фонарь. Здравствуйте, Максим Валентинович. Давайте сделаем этот день до конца. Вот так вот. Наслаждайся, сосед. Это подойдет. Добавим для вкуса. Буду озвучивать этот уровень, короче, сам. Пригодится. Пригодится. Вот так вот. Наслаждайся, сосед. Дмитрий Сипчин. Что еще за Дмитрий Сипчин? Конфеты применил, я же не смогу теперь тут ничего сделать. Давайте заново. Заново, не надо конфеты было применять. И вообще с ванной надо начинать, я думаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим Валентинович. Так, тут берем все предметы. Вот это пригодится. Вот это пригодится. Эх, ничего полезного нету. Давайте начнем пока здесь. Вот так вот. Наслаждайся, сосед. Отлично, наслаждайся, сосед. Почему было нет?
Или я его не взял? А, не подходит? А, надо еще к этому придумать фразу. Нет, это не подходит. Не-не-не-не-не, не подходит. Мыльница-то есть? Я мыло, наверное, забыл. Да, забыл я мыло. Нет, это плохая идея. А я вот это, наверное, забыл. Наслаждайся, сосед. Или надо, или может свой смех надо придумать. Вот так-то. Нет, не подходит. Не, лучше фраза. Смех из меня получается не очень. Во, я прошел этот уровень, я просто классный. Так, совершился очередной сезон сериала «Казаседы в реальном времени». Выдающийся талант актеров. Откуда-то это взято было. Ладно, в общем, прошли этот мод, блин. Ну, за то, что он вставил меня, это вообще просто угар, поставлю плюсик. На галочке мод точно не дотягивает абсолютно. Я буду очень надеяться на продолжение этого мода. И улучшение тоже, скажем так. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас есть по модам. Когда сосед Ротвейлер возвращается. Не Вуди возвращается, а Ротвейлер, короче, возвращается. Social Media Life Production. Ну, а на самом деле этот мод сделали не они. Этот именно. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут такое. Первые шаги негодяя. А, Гарри. Кстати, прикольно сделали. Как-то немножко громко, но тем не менее. Играем за соседа, конечно же. О, а как он будет это читать? Вот, Girl, привет, можешь подсказать, какой цвет? Астрей Студио здесь нету, блин. Girl. Блин, ну ты, ну, чувак, ты перепутал немного. Описание. Дмитрий Евтеев. Да, чувак, ты перепутал. Анастасия Евтеева, кофе пью. Вот girl. Её нету здесь. И Максимадзе, сосед с ружьем, блин. С
Смотрим, что дальше. Вино пить, girl, будем вместе. Как мы скоро увидим, наш сосед тот еще типок. Сегодня, ну почему опять с ошибками? Girl. В этом шрифте буква Ё так пишется. Будет пить вино с Андреем Лебедевым. Вы смотрите свою возлюбленную бот girl. Да блин, что за фигня? Не, ну вот это вот с Гарри это классно сделали. Не, все-таки на заводе играем. Я уже думал, что мы за соседа будем играть. Надо потише сделать, что-то громко сильно. Ну, ладно, давайте что-нибудь да попробуем. Но этот мод довольно халтурный, я чувствую. Ключик, это я знаю. Тупо Вуди возвращается. Обычный. И он, поди, еще сейчас бинокль все-таки достанет. А, нет. Коряво немного анимация выглядит, конечно, но все равно. Лучше, чем ничего. Так. Гораздо лучше, чем ничего. Собаки есть колбаса, и я бы эту колбасу сам съел. С удовольствием, разве что хлеба не хватает. А хотя хлебушек, вот же он, хлеб. А, застоявшийся, может застоявшийся невкусный. А почему всего 72%? Почему так мало? Ну ладно, угол лобового экрана. Описание такое же, как Вуди возвращается. Не, Гарри классно выглядит, реально. Так, ну вот это окно с моей обновки взято. Делал я об этом видео. Не знаю вообще, есть ли смысл это все проходить. Здесь вот уже ничего не изменено. Вот если в первом уровне вино было заменено, это бинокль был заменен на это вино или что у него там было, текила или что, то здесь ничего уже не изменено. К огромнейшему сожалению. А, яйцо есть же уже. А, господи, не то использую. Можно упаковку применить на аптечку, если кто не знает, Вуди возвращается. И подсунуть эту упаковку уже туда. В принципе, не имеет значения, как осуществить эту пакость. Все равно одно и то же. Результат будет один и тот же. Я забыл телевизор испортить. Ну да ладно. Нам не обязательно на 100% проходить. Mm-hmm.
Кстати, напоминаю о том, что 20-го, по-моему, июня, когда Седа, обычный, первый, исполнится 20 лет, мы в честь этого будем марафон проводить. Будем перепроходить обычный, когда Седа будем. Второй проходить. Всякие там консольные версии, даже DS-версию, я думаю, пройду. И ремастер официальный тоже пройдем на Neighbors by From Hell. Перепройдем. А я что-то еще забыл сделать, что ли? Почему здесь 9 пакостей-то? Ну это ошибка, здесь 6 пакостей должно быть, тут больше нету пакостей. Сюрприз ко дню рождения. Ну посмотрим, давайте. А здесь вообще пакости ноль. Ладно, давайте посмотрим, что будет, если хоть какая-нибудь из них будет сделана. Ладно, давай спускайся, посмотрим, что будет. Ну ладно, давайте тут уровень-то пройдем. Рекорд небольшой поставим на кадасет соседа. Короче говоря, значение пакостей, походу, идет в запредельный показатель на этом уровне. Первый раз такое мы тоже видим. Вы видели это, ребята? Мы прошли с вами уровень, выполнив пакостей больше, чем нужно было. Кто так еще может? Тьфу ты, нифига себе. А неважно, не прошли мы, короче, этот уровень, потому что это опять фигня какая-то. Впервые мы видим такое, что значение пакости уходит в запредельный показатель. Здесь то же самое, что ли, будет?
Может быть, здесь победа сработает после этих двух линий. Хотя, по идее, не должна. По идее, не должна так сработать. Да, мы выполнили две пакости и, собственно, галочка не поставилась. Ну ладно, вот такой вот мод был, короче, очень-очень странный. Ну и действительно странный, я такую оценку ему и поставлю. Странный мод. Очень-очень странный, какой-то непонятный мод. Хотя изначально я ему хотел поставить минус. Ладно, давайте посмотрим, что еще есть. Следующий мод называется «Когда соседа новой серии», а файл называется «Не ставь плюс этот крестик или минус по-братски». Ну что ж, посмотрим на мод. Пообещать не могу. Логотип довольно корявый. Так, начало выпуска. Это обычная обучалка. Здесь опять. Ну... по-братски говоришь, а я вот нарушу твою просьбу, извини его за это. Зачем оскорблять-то? А теперь он наоборот говорит, что надо подписаться. Ладно, ладно, тебе, чувак, повезло, я тебя простил. И еще. Ты дурак? То вызываешь доверие, то теряешь его, чувак. Я тебя не понимаю. Ладно, короче, посмотрим, что тут еще. Плохое воскресенье. Сегодня воскресенье, у соседа выходной, хотя выходной у него каждый день, ведь у него нет работы. Он постоянно смотрит телевизор и подглядывает в окно, но выдержит тут как тут. Шутник, блин. Что это за линия, блин, странная. А гостиная у соседа, конечно, отстой. Странные такие вот курсоры, но логичные, по крайней мере, они. Но оригинальный, конечно, лучше. Да, блин, опять вот этот глюк сработал, когда мы не видим проценты и пакости. Ну и ладно, фиксим. Так, на грани. Не заходи, не заходи. Я забыл уровень, этот уровень сарказм. Не заходи. Ладно, давайте
Я хочу нарушить все законы, а я сделаю это. За дверью спрятано оружие, это не баг. Но это... И еще батут спрятан за ним, и штанга. Что-то как, что-то больше, что-то каким-то более большим все в ванной стало. Ладно, в общем, понятно. Ну ладно уж, раз уж ты так попросил, давайте плюс-минус поставим. Хотя, вообще-то, можно было и минус поставить, но как-то коряво. Ну, где-то старался, конечно, но слабовато, очень слабовато. Ладно. На сегодня давайте закончим. С вас лайк, господи, присутствует. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Спасибо, ВКонтакте. Всем... А, еще на влоговый канал. Подписывайтесь. И всем пока.